вот эта движуха. Володь, ну как тебе? Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я сейчас нахожусь в городе Минске, национальный аэропорт Минск-2. Я сейчас лечу до Москвы. У меня рейс СУ 1841, 1545. Приземлились в аэропорту Шереметьево-Ф. Сейчас у нас будет пересадка на Нью-Дели. Друзья, доброе утро. Вот мы в Индии уже, прилетели в Нью-Дели. Аэропорт я пропустил, я постараюсь рассказать вам попозже про него, как там, что, аэропорт большой. У нас первая остановка, сейчас мы хотим покушать. Попросили нашего гида, чтобы он нам помог, потому что вот не очень понятно, что из этого что. Так выглядит местный ресторан быстрого питания. Перекусил. Было два варианта. Покушать в Макдональдсе или в местном. Покушал в местном, конечно же. Попробовал их местные масса доса и масса тиа с молоком. Рекомендую обязательно пробовать местную еду. Она своеобразная, у нее интересный вкус. По питанию смотрите, что едят местные. То, что нравится, показывайте пальцем, просите то же самое. Не ошибетесь. По поводу движения в Индии. Здесь тот, кто спереди, тот и прав. Тут нету правил как таковых, все ездят как хотят, на светофор на красный едут, на зеленый тоже едут. Поэтому очень будьте аккуратны, переходя дорогу. Водители постоянно сигналят, это их манера общения. У них тут седьмое чувство, скорее всего, развито, потому что как тут ездят, это очень страшно, это надо видеть самому. Я вам поснимаю, когда будем ехать, как они ездят. Ришикеши. Кошечки готовят. Мы заселились в наш отель. Вот он, наш отель, три этажа. Сейчас вам покажу комнату. Смотрите, у нас одна кровать на двоих. Все как положено. Она раздвигается, скорее всего, есть кондишка. Вентилятор сверху дует. Телевизор, ну, санузел. О, классик жанра. Ну вот, смотрите, как оно бывает. Бойлер сверху, душ. Ну и вот вид с балкона. Дикие обезьяны. Надо быть очень аккуратным, потому что они воруют все. Забрать у них нельзя. Если поцарапают, то можно получить инфекцию. Так что ничем их не дразните, не привлекайте никак. Вот река Ганг наш течет. Смотрите, какая красота. Не зря этот город называют преддверием Гималаев. Наши ребята, наша команда, с которой мы путешествуем. Туда спуск к Гангу. Володь, ну как тебе? Прекрасно. Полон сил и энергии. Обзорная площадка на мост на Гангу. О, видите, рафтинг. Красиво. Так, смотрите. Коровы, мотоциклисты, люди. Давай.
Давай, давай. Обезьяны. Давай. Все, что хочешь. Мостик шатается, по нему ходят коровы, люди. Вот она движуха. Рынок с фруктами, здесь хорошие цены, большой выбор, говорят. Смотрите, какая красота здесь. Ну, смотрите, ребят, надо спуститься вот по такому спуску. Лучше трекинговая обувь какая-нибудь, потому что в сланцах опасно. Надо смотреть. И мы попадаем вот на такой пляж. Смотрите, какая красота, такой песок. Вот он наш Нанг. Ну что, вот мы с вами находимся на пляже. Здесь можно покупаться. Течение здесь сильное, поэтому глубоко не рекомендуют заходить. Там даже табличка висит о том, что на свой страх и риск, глубина и, ну, летальные исходы могут быть. Поэтому, пожалуйста, если вы здесь будете, то аккуратно зашли, под присмотром кого-то окунулись и выходите обратно. Этот поселок, он центр йоги считается. Это преддверие Гималай. Отсюда 25 километров еще до какого-то там города, который тоже является уже в самих Гималаях находится. И отсюда начинаются все экскурсионные программы, такие как паломнические туры, Гидернак, еще там что-то, не помню точно. Этот город свою популярность получил в 1967 году, когда сюда приехала группа Beatles во главе с Ленноном. И они здесь занимались трансцендентной йогой, если не ошибаюсь, если я правильно запомнил и выговорил это слово. И в это время они написали порядка 48 песен, и из них 18 стали хитами и занесены там в какую-то очень рок-галерею и считаются лучшими песнями. То есть они здесь очень плодотворно, духовно прокачались, и с них перло, и им хотелось писать. Место классное, действительно очень интересно, но это Индия, поэтому к ней надо быть готовым, потому что здесь коровы, грязь, нищета, машины, роллеры, все пикает, все пищит, но все зато уходят, улыбаются, все счастливые. Вот так вот это на контрастах. Друзья, доброе утро. Сегодня второй день путешествия по Индии. Мы едем дальше в Канготу. 2 часа нам до нее ехать, если не ошибаюсь. Там у нас будет остановка термальный источник, если мы успеем. Если нет, то на обратном пути обязательно его посетим. В общей сумме в дороге мы будем 10 часов сегодня. Дорога такая очень извилистая, поэтому если кто-то слабым желудком или ему плохо бывает, покупайте специальные таблетки, заранее пейте их. Потому что тут повороты, остановки, дергание постоянная машина. Очень, очень тяжело. Виды очень красивые, дорога такая страшная. Это индийская дорога. Я сниму вам, покажу, посмотрите. Потому что тут есть асфальт, есть и гравийка, есть и обвалы. Есть, когда машины там по одной проезжают. Ну, короче, прикольно. Смотрите, какие здесь виды. Мы сейчас остановились на завтрак. Утром у них, как правило, есть только блины, чай. Ну, возможно, омлет. Вот у нас омлет еще будет. Друзья, посмотрите, какая красота здесь. Ребят, как вам еда? 5:50. Вкусно? Что тут вам дают? Омлет. А это что такое? Овощи. Овощи карри острые. Спасибо. Очень рекомендуем. Обалдеж. Можно было бы остаться здесь на обед и на ужин, но надо ехать. Thank you.
наша общая дорога займет до места нашего, до конечной точки сейчас 10 часов, и мы будем делать остановки. У нас сейчас вот была остановка, мы проехали 2 часа, ехали по дороге, дорогу размыла река, вышла из берегов и... Ну, не вышла, наверное, с берегов, а просто она разлилась и смыла дорогу. И поэтому дорога там гравейка, ее пытаются восстановить, но сколько ее будут восстанавливать, непонятно. И дорога такая очень, ну, тяжелая. Мы остановились возле столба 666. В Индии это число счастья считается счастливое. Ну и вот наши военные опять рулят. Ребят, как вам поездка? Как дорога переносится? Еще одну остановку, мы спустились вниз. Вот мы, когда ехали с вами, я показывал речку большую, приток Ганги. Вот мы сейчас у ее истоков, на берегу ее находимся. Здесь есть аптека. Вот в таких аптеках можно купить таблетки от тошноты, от того, чтобы вас не укачивало. Наши спортсмены. Таблетки называются Авамин. Вот такие вот покупайте, если вам в любой аптеке. Стоит 35 рупий за одну упаковку. Это меньше доллара. Полдоллара. Заехали на заправку. Заправки такие небольшие, находятся в незаметных местах. Стоимость топлива 80-88, это бензин. И дизель 7,4-10. Примерно доллар и дизель доллар, а здесь доллар 10 центов приблизительно цена получается. Наша машина, на которой мы ездим. Мы сейчас остановились в поселке Лутакаш. Здесь нам должны выдать разрешение дальше на въезд, потому что без них нельзя находиться на территории, куда мы дальше едем. Поселок здесь большой. Здесь же речка протекает, приток Ганги. Вот мы приехали, где мы будем купаться. Здесь термальные источники сверху. Сейчас поднимемся на второй этаж туда. Все посмотрится. Ребят, ну что скажете после родоновых ван? Как оно? Как заново родился? Кирилл, ты как? Как тебе ванны родоновые? Хочется не вытираться, а обсуждать. Температура воды как в утробе матери. Круто. Реально, температура около 40 градусов, говорят, летом еще жарче. Короче, такое ощущение прикольное. Смотрите, какой вид. Вот мы покупались, и смотрите, сколько людей пришло еще. Мы вовремя пришли, вовремя уходим. Это место называется Канганани. Мы до него ехали где-то около 7-8 часов, но оно того стоило. Здесь обязательно нужно остановиться, искупаться. Я надеюсь, когда вы здесь будете, людей будет мало, к вам повезет так, как нам, и вы тоже сможете окунуться в своей компании. А когда людей много, там, конечно, не очень интересно. У нас очередная остановка, опять подъем вниз, опять вверх. Здесь продают яблоки. Сейчас будем покупать. Здесь же их и выращивают. Вот прямо сказали, здесь сбоку, за этими зданиями, находятся деревья яблочные. Пойдемте посмотрим. Ну и вот то, что они говорили, видите, яблочные деревья. Растут деревья. И вот оттуда, вот сверху мы... Я
Яблоки, еще раз яблоки. Статуя Шиви. Или смотрите, еще что-то есть. Комната под землей. Смотрите, как здесь красиво, какие горы, какие виды открываются. Вот мы приехали на место. Приезжает тут министр какой-то. Из-за этого пешочком мы будем чапать сейчас до места своего назначения. Как тебя, Володь? Как дорога в 10 часов? Вообще легко. В такой компании заметили, как будто полчаса и 10 остановок. Вот мы на месте. Вот хребты гор заснеженные, речка. Мы тут немножечко потерялись с моим коллегой Володей. Дошли до храма, сейчас сходим, у него обязательно поснимаю. Ну, живем мы вот в таком гестхаусе. Вот, смотрите. Мы ставим стопы параллельно, расстояние между стопами сантиметров 15, не больше, чем две шире высоты. Делаем невысокий подъем на носочки, коленки прямые, да, и бьем пятками об землю. Если не холодно, можно разуться, тогда будет сильный удар. Противопоказание одно, боль в пояснице, обычно никого нет. По дыханию, вдох и ртом на подъеме, полностью расслаблено упражнение. На ударе выдох тоже через рот. Смотрится вот так вот. Подъем буквально на полсантиметра. Друзья, ну что я вам хочу сказать, воды горячей нету, ну это Гималаев, поэтому здесь это норма, в принципе, холодная вода прямо с гор, очень хорошо освежает после зарядки, которую мы сделали, это просто круто. Вот мы в самом поселке, куча магазинчиков много, всевозможных, всякую всячину продают, утеплились все мы. Потому что здесь такая температура около нуля. А вот нас кушать ведут. Кирилл Ток. Вячеслав, что ты пьешь? Что это? Как тебе масала чи? Почему? Невкусный? С водяжей? Вот так ребята готовят нам еду. Масала чай и наше блюдо, которое мы заказали. Пельмешки тут ребята вон заказали, смотрите, на пару. Готовят только мужчины, как видите. Это блюдо момо называется. А что там внутри? Еще надо разобрать его. Капуста и огурец. А, капуста с огурцом. На картошку, наверное, момо. Картошка. Это такое. Это блюдо. Блюдо, да? Начинка. Это соус. Отлично. Салатик взяли просто. Ребята, обрисую ситуацию. Слава уже полтора часа сидит, ждет свою еду. Ему никак ее не принесли, а сейчас еще и выбило свет. Только мы не успели пошутить на эту тему, что, наверное, карма... Когда мы об этом говорили, аж свет погас. Да-да-да, именно так и было. Невероятно просто. Решили, что...
явно, однозначно понятно, что Слава необычный человек. Не факт, что он греховный, но то, что он необычный, это однозначно. Сейчас что в местах силы это все проявляется, да, в тройном, да, размере. Славян, ты, наверное, йогом был в прошлой жизни. А я мы вот там посмотрим. Слава, у меня есть еще одна версия. Слава страдает за все наши грехи, друзья. Сейчас мы обозначаем вторую прекрасную ситуацию. Мы заказывали последнее, да? Да. Наш стол, Женя там еще снимает. Нас долго не пускали к заказу, потому что соседний стол забронировал, забаррикадировал. Хорошо, предпоследний. Да, но нам долго мы заказывали, приносили полный стол, прям двоих. И несли только нам. Да. Только нам и только нам. Как будто мы были самые диетчики. Полчаса. Непрерывным потоком еда шла на этот стол. Мы столько себе врагов нажили. Мы потеряли всех друзей, которые непосильным трудом нарабатывали. Теперь придется отдуваться во время походов. Но мы сможем. Гуляем по ночному городу, покушали, поужинали, все было очень вкусно. Мы там обсуждали ситуацию со Славой, ему полтора часа еду не несли, мы заказывали последними, а получили еду первыми, нам носили блюда, а Слава сидел и слюни глотал. Ну, в конечном итоге ему все принесли, единственное, что вырубили свет, и он кушал в темноте, потом, правда, опять включили. Мы сейчас вышли на улицу, гуляем, на улице свежо, берите с собой теплую одежду, желательно даже зимнюю, потому что это такая изморозь возле реки и пробивает, холодно. И не хватает уже немножко воздуха, то есть тяжело дышать, то есть так вот надышаться не получается. Решил вам показать, как спать ложить. Я так еще никогда не спал, но чтобы было понимание, мы спим в спальных мешках, я тут надыбал себе теплое одеяло. Сейчас 10 градусов тепла, но когда здесь будет минус 10 или 0, я не представляю, как они здесь спят, потому что отопления никакого нету. Здесь нужна хорошая теплая одежда, спальные мешки хорошие, крепкие, чтобы не замерзнуть просто ночью. Сейчас покажу своего соседа, как он спит. Только нос торчит. Доброе утро. Ну, что я вам хочу сказать. Спалось холодно.